зашли следом, следом за отступающими российскими войсками. И, да, мы были первые, кто встретили ту ужасную картину, которая потом уже облетела весь мир. Как-то все время пытаюсь не вспоминать про Бучу, но с этим ничего невозможно что-то сделать. Мы говорим про Бучу, что до Бучи была Абхазия. И это значит то, что мы не забываем о том, что российские войска творили в Абхазии. Как они пытали наших солдат в 2008 году. В 2008 я записался в добровольцы, но, к сожалению, добровольцам не пришлось тогда воевать. Фактически война, ну тот эпизод войны, вернее, закончился через 3-4 дня. До войны 2008 года здесь спокойно жили люди, занимались сельским хозяйством, разными своими делами. А вот после 2008 года страх привел к началу миграции. Хорошо помню 4-6 июля, вот эти два дня 2017 года, когда я опять же в социальных сетях прочел еще одно очередное как бы такое известие о том, что русские оккупанты опять отняли у нас территории в селе Бершуэт, это Горийский район, то есть еще несколько гектар земли оккупировали, передвинув оккупационную линию. Ну, это известие было одно из таких, как бы, не новых, и ничего сенсационного, к сожалению, в этом не было. Но для меня это оказался триггер, и я понял, что все, вот эта новость для меня тогда вот перевернула всю мою жизнь. Если мы тоже уедем, выходит, что мы по собственной воле оставляем наши земли. А кто потом станет их хозяином? Русский или черт, не имеет значения. Если мы покинем эти земли и уйдем, то они сразу придут сюда. Ведь здесь уже не будет никого, кто мог бы противостоять, и заберут все себе. Те, кто остались, продолжают вести сельское хозяйство. Можно сказать, это бесстрашные люди, которые уже не боятся русских и которые не боятся более-менее приближаться к колючей проволоке, чтобы обработать земельные участки. И тем не менее, страх все-таки оказал большое влияние на жизнь села. Просто хватают в поле человека. То есть они устраивают засады. В основном похищают пастухов, которые выводят на пастбище на свой скот, на выпас. А или похищают местных жителей, которые выходят в свои поля обрабатывать их. Зачастую в 8 случаях из 10 похищают с нашей контролируемой территории.
патрулирование, оно, да, звучит немного по-военному, но на самом деле это патрулирование мирных гражданских активистов. И мы это делаем, на самом деле, без оружия. То есть выходим на линию оккупации, и она, эта линия оккупации только вот здесь, в Шидакартле, она около 400 километров, да, и вы понимаете, что очень сложно находиться и контролировать всю эту линию одновременно для небольшой команды активистов, и поэтому мы все время передвигаемся. Мы выбираем каждый день разные направления, разные села. А этих сел, которые расположены на линии и около линии оккупации, их около 70 в 4 регионах, которые прилегают к оккупационной линии. В 2-3 селах за один день удается побывать, поговорить с местными, как-то их поддержать. Упаси Бог, конечно, войны никто не хочет. Мы люди, которые любят мир. Тем более, что мы прекрасно знакомы с последствиями войны. Никому не нужно, особенно нам. Потому что мы через многое прошли из-за войны. Ведь война 2008-го с чего началась? Она началась с того, что ежедневно происходили инциденты. Они стреляли в нас, а мы не реагировали, таков был приказ. Но, в конце концов, власти были вынуждены ответить, ведь каждый день была стрельба, похищение, и именно в результате всего этого мы были втянуты в войну. Так что мы прошли через войны 90-е, 2008-й и времена до этого, которые мало чем уступали войне. Чем я зрит? Да, По моему мнению, да и мои друзья, с кем я общаюсь, так считают. Все мы соглашаемся в одном. Возможность войны в Грузии зависит от войны в Украине. Если война в Украине завершится, и дай бог, чтобы так оно и было в пользу Украины, тогда мы меньше рискуем. Потому что, раз, они правы. Два, наша судьба сильно зависит от Украины, как и события, которые могут последовать. Я не очень эмоциональный человек, а потому, когда в Украине началась война, единственное, что меня интересовало, это факты и ежедневные новости о том, что там происходит. Но все же на эмоциональном уровне, что для меня оказалось сюрпризом. Я во сне, хотя сны вижу очень редко. Какое-то время каждую ночь ходила к себе домой в Ахалгоре. Это было для меня удивительно, и это означало, что война в Украине пробудила во мне старые эмоции. Ахалгоре было очень интересным местом в этом плане, потому что, я всегда об этом говорила, это было место, где между местными грузинами и осетинами не было этнических противостояний. Разумеется, в 90-х и во время войны 2008 года, когда все это происходило, на месте была очень большая напряженность. Но мы, местные грузины и осетины, как-то смогли сделать так, что не стали стрелять друг в друга. Но когда случилась оккупация Ахалгоре, то это был очень опасный момент как для грузин, так и для осетин. Например, ко мне домой примчалась моя соседка-осетинка и стала кричать мне, что нам всем нужно скорее бежать в лес, так как идут российские военные. И мы, ахалгорские грузины, осетины, все вместе побежали в лес, так как мы все боялись танков, стрельбы, военных, оружия, в общем, всего, что было с этим связано. Но позже для грузин жизнь там стала невыносимой. Хотя в Ахалгоре не было войны, стрельбы вообще не было, но случилась оккупация, и осетины сравнительно лучше чувствовали себя, так как в новой власти оказались их друзья, родственники, и, конечно же, у них появились какие-то преимущества. Большинство людей перебрались сюда с пустыми руками. И, конечно, первый этап был большим шоком. И часто люди просто сидели оторопело и ждали завтрашнего дня, когда кто-то придет и им поможет.
Но мы довольно быстро вышли из этого шокового состояния. И хочу сказать, что люди очень трудолюбивые. Они ежедневно пытаются доказать самим себе и другим, что они могут. Все, что они пережили, было сложным, но это сделало нас сильнее. И я действительно думаю, что сейчас я сильнее, чем была тогда, когда оставила свой дом в Холгоре. В процессе работы мне встречались молодые люди, которые, будучи в Тбилиси, скрывают, что живут в поселении для беженцев в Царавани, так как для них это некий ярлык, который они не хотят носить везде за собой. Хотя я, наоборот, везде, где только могу, говорю, что я человек, который живет в этом поселении. В частых случаях это непросто, так как бывает, натыкаемся на людей, которые говорят в ответ: «Да ты что, это вы в тех пчелиных ульях живете?» Они-то думают, что тем самым они выражают сочувствие, хотя на самом деле заставляют тебя чувствовать себя уязвленным. Но я думаю, что и это тоже часть нашей жизни. Да, возможно, неприятно, когда на тебя навешивают какие-то ярлыки, но это наша составная часть, которую мы обязательно должны носить с собой. Неприятно, но, думаю, все же заслужено. Мы люди, которые здесь живут, на своей собственной спине перенесли очень тяжелый этап в жизни нашей страны, в жизни Грузии. И я думаю, мы этим должны гордиться. Суверенитет и территориальная целостность для Грузии всегда были основополагающими принципами, и какой-то компромиссный вариант даже не рассматривается. Абхазия и Южная Осетия — неотъемлемые части Грузии. Разумеется, там были напряженные ситуации. У них есть и этническая составляющая. Так было и в Советском Союзе, и в 90-е, и дальше. Однако не стоит забывать, что без поддержки России, без ее вмешательства, без подпитывания конфликтов, они никогда не стали бы столь серьезными. У абхазов, осетин и местных грузин было бы гораздо больше мотивации решать проблемы мирно и цивилизованно, если бы Россия не поддерживала сепаратистские настроения в тех краях. Война была, мы 27 сентября 1993 года мы приехали и там поти на корабле. Это корабль был украинский. И пришли сюда. Мы зашли сюда и живем здесь 30 лет. Думали, что один месяц будем здесь, потом вернемся на свой дом. Только дали мне одну комнатную квартиру, и все. Там ничего не имеет. Один скамейка тоже нету, одна скамейка была маленькая, я это взяла туда, потому что там надо чистить вот эти окно, двери, все грязное там пил. Одну скамейку взяла туда, чтобы посидеть на эту скамейку, и когда устаю. Некуда, куда я могла. Деньги мы не имели, ничего не имели. Да. Все оставила. Ложку я с дома не взяла. Двухэтажный дом был, все полно было. Мы еле-еле вышли оттуда. Украинский это, корабль если не был. Нас тоже убили там, наверное. Очевидцы рассказывали, что приходилось чуть ли не на одной ноге стоять, чтобы выехать. Такая была давка на корабле из-за людей. Это был украинский корабль. Большой корабль был. Больше оттуда уже никто не выезжал. Каждый, в общем, выбирался как мог. Я сам себя обязал координации, чтобы в первую очередь вывести из Сухуми женщин и детей. Приехала одна машина, потом вторая для эвакуации. А последний транспорт приехал 25 числа.
Это был Икарус. Посадили детей и женщин. Уже была ночь. И они уехали. Света уже там не было. Ничего не было. И я ходил с лампой по домам и искал тех, кто оставался, чтобы выходили для эвакуации. Каждый день надеюсь вернуться. У меня здесь ничего нет. Я и не пытался что-нибудь приобрести здесь или освоиться. Я должен вернуться. Это мой город, я там босым ребенком бегал. Может быть, если я туда вернусь, то уже и не смогу там жить, но я должен туда поехать. Абхаз мне не враг, и никогда им не был. В любой семье не без урода и не без слабого. Мы не можем этого отрицать, и, разумеется, это не касается нас всех, и грузин, и абхазов. Если мне сегодня повстречается абхаз, я с большим удовольствием его обниму. Мы друг друга согреем, и мы больше поймем друг друга, если нас друг до друга допустят. Прихожу я такая, что тут, кто тут, с кем тут познакомиться. Прихожу на наш сбор, и все пошли на перерыве в курилку. Мы туда пришли, мы стоим, я стою, и Миленко мне подходит, говорит, привет. А сколько тебе лет? Я такая, 18. Она такая, мне тоже. А какой ты национальности? Я говорю, грузинка. Она такая... Моя абхазка. И я такая, короче. Так получилось, я не знаю, что, но мы реально в унисон протянули руки и такие, нет войны. Мы говорим сейчас и так. Можно уходить? Я хочу уйти. Мне сейчас очень важно, чтобы ты осталась. Я понимаю это, но мне важно, чтобы я ушла. Я переехала почти год назад, 1 августа приблизительно. И уже год живу здесь. Со мной еще переехала Нина, моя подруга. А мы и учились тоже вместе, и мы поняли, что нужно что-то делать вместе, как-то держаться друг за друга. Я родилась здесь, в Сенаке, в Грузии. И вот родители где-то... мне месяцев 5, наверное, было, и они переехали. Но я сюда ездила. К дедушке, к бабушке. У нас была идея поставить, так как я говорю на абхазском, Нина говорит на грузинском, мы хотели поставить что-то, в чем бы переплетались, например, эти языки. Люди не могут понять друг друга, не знаю, словами, или не могут понять друг друга, не могут соединиться, это не значит, что нужно все бросить, оставить все попытки и не общаться. Это значит, что всегда можно почувствовать друг друга сердцем, например, и там не нужны ни слова, ничего, а просто, посмотреть друг другу в глаза и понять, что это живой человек, сидит передо мной, хочет, что-то хочет, понять, что он хочет, попробовать понять, а что он чувствует, как он прожил свою жизнь, как я могу ему помочь. У меня был такой план, что после учебы я на 3 месяца точно уеду в Грузию. Я хотела выучить язык. Я его знаю базово, но я хотела прям... фундаментально на какие-то темы разговаривать. И я хотела сюда переехать, чтобы выучить язык и попутешествовать вообще по Грузии. Но
все сложилось, как... но не на 3 месяца. Мама очень была удивлена, потому что у меня очень много друзей в Москве, и разными делами там занималась, и невозможно было представить, что я уеду. Ну вот мы с Миленой много об этом говорили, про чужое среди своих и все такое. Но в какой-то момент я поняла, что я просто буду... Сама решу, где я буду чувствовать себя дома. И сейчас мне достаточно хорошо. Я не чувствую, ну вот всю жизнь, по крайней мере, я не чувствовала себя дома. Потому что я была чужая в России в какой-то степени. И тут я переехала в Грузию, и тоже пока что чужая. И в Абхазии я тоже не чувствую себя, ну, как бы прям... То есть я вот не чувствую, что я где-то могу быть дома пока что. Может, это придет в какой-то момент, но не знаю пока что. Я родилась в Хинвале. Сначала уехала моя мама. В каком году, не скажу, особо не задавалась этим вопросом. И потом перевезла меня, соответственно. Ну, я была совсем маленькая. Я могу рассказать только то, что мама мне говорила, что я очень боялась самолетов долгое время. То есть, когда летел самолет, у меня начинался тремор, мне становилось страшно. То есть, что сейчас должно произойти что-то плохое. Мне было 17, должно было исполниться 18. Вот это я уже помню хорошо. Но я была в Твери тогда, а родственники наши были вот в самом пекле, так сказать. Это ужасное ощущение некой беспомощности, когда ты просто не можешь связаться, потому что оборвалась связь, когда ну, ты не знаешь, что там с ними происходит, живы ли они, все ли в порядке. Ну, никому я не могу пожелать такого. И я понимаю ребят, которые находятся не в Украине, и у которых там остались родственники. Это ужасное ощущение некой беспомощности. Не хочу, чтобы кто-то подобное переживал. Это ужасно. Я многие вещи, они как бы и произошли, но я не узнала, когда уже уехала. Я не хочу жить в страхе, что ко мне домой придут. Я не хочу жить в страхе, что там кто-то, кто оттуда вернулся, там будет пяткой в грудь себя бить, я вот за тебя там воевала. Я тебя не просила об этом. Я тебя лично не просила, не надо мне тыкать в лицо свои вот эти вот сомнительные какие-то похождения. Когда 24 февраля была объявлена война в Украине и пошли войска в Украину, я сразу же просто сказал своим ребятам, что я собираюсь идти. Основная часть моей команды тоже сказала, что мы идем. Вторую часть нам пришлось оставить здесь, чтобы они присматривали за оккупационной линией. 3 марта были на военной базе в Яворье, это около польской границы, где мы здесь завооружили и затем перебросили для участия в боях под Киевом. Все нормально, идем до вас в кадры. Вчера пришло известие, что наш побратим тоже, с которым мы вместе были, он тоже был
членом нашей организации, и он стал им, кстати, в Гостомеле. Это видео теперь пересматриваю каждую минуту. Да, вот вчера потеряли еще одного нашего, и уже на пятеро наших из нашей организации, они отдали свои жизни за Украину и за Грузию. Сегодня я не стреляю из автомата, это не значит, что я больше не воюю с Россией. И этот процесс, это патрулирование, которое, да, это гражданский акт неповиновения, это гражданский акт сопротивления. Это мне помогает в моей повседневной жизни, это помогает мне понимать, что моя война не закончилась, что она продолжается, и что я должен быть готов в любой день взять оружие в свои руки, призвать единомышленников и сопротивляться следующей агрессии против моей страны. Вот этот процесс каждодневный, то, что я вижу своего врага, очень близко, мне помогает с этим справляться. Я не оставляю себе времени думать об этом, хотя каждая ночь и каждый день я вижу своих друзей, которых я потерял там, которых теряю по сей день. Так что да, это сложно, но я думаю, что это прекратится тогда, когда Украина победит, когда Грузия освободится от ненавистного ига. Вот тогда, я думаю, все это прекратится, и я смогу зажить обыкновенной жизнью. За мной так называемая дорога жизни, на которой тысячи людей спасались от российской агрессии. Маленькое место, которое разделяло их от смерти. Им нужно было лишь только перейти через вот эту речку. Но дойти до этого места было непросто, потому что все обстреливалось. И находясь здесь, передо мной картина после одного из заданий, когда мы возвращались из Ирпеня на базу в Киев, чуть выше. Лежали две детские коляски. Они были простреляны и были все в крови. Это те чувства, которые невозможно забыть. Война Грузии с российской агрессией империалистической не началась ни в 91-м, 2-м, ни в 2008-м. Конечно же, многие грузины помогают украинцам в этой священной войне. Точно так же, как в 90-е годы украинские бойцы, добровольцы помогали нам. Мои предки с Украины, с города Батурина, в 1803 году были переселены в Грузию. И, ну, с 1803 года я уже живу, ну, мои предки живут в Грузии. И которые с честью носили фамилию, донесли до меня. Это российская стратегия того, что они, как фарисеи, говорят одно, делают другое. На 2008 год также Грузия была оккупирована. Это регион Самачабло и Абхазия
они были оккупированы Россией. И по линии оккупации происходил полный беспредел. В принципе, как и сейчас происходит в Грузии. Воровали мирных жителей, обстреливали приоккупационные грузинские села. И в августе месяце решили продвинуться и напали на Грузию. Я тогда находился в охране президента Грузии, был его телохранителем. Позвонил телефон, сказали, что тревога и началась война. И ну, по протоколу каждый телохранитель и каждый силовик обязан явиться в определенную конкретную точку. Атмосфера была напряженной, конечно же, но эта напряженная атмосфера, она не вспыхнула в тот момент, потому что, как я уже и говорил, что президент работал за недели до этого и старался как-то объяснить международному сообществу, донести, что Россия пытается напасть на Грузию. Когда закончилась активная фаза, мы все понимали, что нужно больше работать, нужно становиться сильнее, потому что это может повториться в каждый момент. Я поняла, что я злюсь на мир. Думаю, вполне можно было ожидать, что это произойдет. То, что Россия сделала с Грузией в 2008 году, а потом сделала ровно то же самое с Украиной в 2014. Поэтому у всех нас было ощущение, что война сейчас в Украине, мы следующие. И мне было очень грустно за людей, которые стали жертвами. Мне грустно за людей, которые погибли за время этой войны. У них не будет шанса продолжить жить и что-то построить. Например, место вроде этого. Мне было 9. Я переехала сюда в сентябре 2009 года. Я помню свой первый день. Меня очень шокировало, когда я проснулась здесь. Все дома одинаковые. Это была новая реальность, ведь это ненормальное место. В Грузии такие села существуют только для внутренне перемещенных людей. Для меня это был первый опыт в жизни в таком месте. Я из деревни Кимерти. Это близко к Цхинвали, к столице, я имею в виду. Мой район сейчас полностью уничтожен и сожжен. У нас нет возможности пересечь границу и поехать в наши села, даже те, что были уничтожены. Это невозможно, через границу нельзя перейти. Но можно посмотреть со спутника, поэтому я все время смотрю на карте, что там происходит. Сначала я еще могла найти свой дом, точнее стены, которые от него остались. Но через год он исчез, и сейчас мне очень тяжело найти место, где был мой дом. В какой-то момент я решила поехать к самой границе. Это было ужасным решением. Я, может, и поеду в ту сторону еще, но не к границе. Я снова почувствовала, насколько несправедлив мир, в котором мы живем. Я увидела дорогу, по которой ездила все детство, и это была нормальная дорога. Но сейчас туда даже не проехать, повсюду деревья и всякий мусор. Невозможно ехать по ней так, как мы делали это раньше. Конечно, ты вроде понимаешь, что все осталось таким же, но когда я увидела колючую проволоку и ворота, мне было очень тяжело, поэтому я решила никогда больше не ездить к границе. Больше всего я скучаю по ощущению, когда тебе не нужно было думать об этих вещах. Не нужно было думать о войне, и твоем настоящем доме, и другом доме, том, где ты живешь сейчас. В детстве я думала, что моя жизнь идеальна, но потом все случилось, и я поняла, что она совсем не идеальна. Я скучаю по тому, как была ребенком. И единственное, что меня волновало, какой канал с мультиками включить. Есть две вещи, которые больше всего повлияли на то, как я думаю. Мне больше не кажется, что нужно тратить деньги на то, чтобы создать уют дома. Я все равно думаю, что однажды, возможно, я буду вынуждена покинуть этот дом. Нет ощущения постоянства.
ты всегда понимаешь, что все может измениться. И это будет не твое решение. Кто-то может прийти и принять решение, которое изменит твою жизнь. Я всегда хотела знать, где дом, но я не знаю. И поэтому у меня нет ощущения принадлежности к какому-то месту. То есть это сообщество людей, это село, это, наверное, мой дом, место, куда я прихожу ночью спать. Но чувство безопасности, чувство дома. Мне кажется, я потеряла его после того, что произошло в 2008-м. Когда я переехала сюда, с нами работали различные организации, оказывали психологическую поддержку, какие-то занятия устраивали, чтобы помочь нам пережить ситуацию, в которой мы оказались. С тех пор я начала заниматься волонтерством, делать какие-то хорошие вещи для нашего сообщества. Например, место, где мы сейчас сидим, здесь просто была свалка. Ну, не совсем свалка, но валялись кучи мусора. Мы с друзьями и одноклассниками начали превращать это место во что-то гораздо лучше. Потому что в самом начале здесь не было вообще ничего, только одинаковые домики и 2-3 административных здания. Теперь я прилагаю свои силы к тому, чтобы делать пусть небольшие, но важные вещи для нас здесь.